с вами Crash the Game. Воу-воу, всем привет! Сейчас мы будем играть в IKEA, строить дом. Wednesday! Да-да, уже такой видосик есть, но у нас будет свой дом Wednesday. Да. Короче, тема популярная, в тренде. Все равно у нас не будет одинаковых домов, да? Да, потому что мы все люди разные, у каждого свои вкусы, свои восприятия, свои фантазии. А IKEA — это игра безграничных фантазий, так что воплощайте все, что у вас в голове, в жизнь в игре IKEA. Кросс, с чего начнем? Как ты видишь дом Wednesday? Мне надо найти такую, что все нашла. Короче, все должно быть грустное, так, печальное, чёрное, депрессивное и пап, черное. Пап, не только черное. Это же не только просто Wednesday. То есть Anything Wednesday. Угу. То есть комнату нам надо сделать. То есть мы делаем комнату Wednesday вместе с Init. Да? Но это же одно помещение, правильно? Нет. Это две разных комнаты. Не, ну они же как бы в одной комнате в фильме. Нет. Ну помещение, то комната одна. Они приехали друг друга. А, ну это потом. Так мы до или после того, как они разошлись? Давайте до. Ну типа они вместе, да? Да, но мы все равно сделаем отдельную комнату, потому что здесь нету прям таких точь-в-точь материалов, поэтому сделаем, как фантазия нам говорит. И позволит как бы воображение. Хорошо, Крош, давай, но я лично предлагаю, смотри, как бы мы можем сделать большое помещение, часть в стиле Anit, то есть как бы такое все яркое, красивое, классное. Яркое там. Да, и депрессивное такое жуткое, черное, серое, это в стиле Wednesday. Как тебе такое предложение? Прикольное. Как тебе идея сделать, то есть комнаты отдельные? Хорошо, я вижу, ты настаиваешь, Крош, давай тогда делать так, как ты скажешь. Не, я-то не настаиваю, просто мне так хочется. Ну давай так сделаем, как хочется. Thank you.
закончили строить наши комнаты Wednesday. И вот, кстати, мой скин. Да, прикольно, скажите. Ага, Крош, ну раз, покажи, вот расскажи, вот это моя комната. Что у Wednesday это есть? Вот Wednesday здесь Хьюберт, там акула из потолка торчит. Ого, то есть ты спишь, такой просыпаешься, а там акула такая с зубами. Да. Ух, как страшно. Вот комната Энит. То есть здесь, а ну помедленнее чуть-чуть, я не успеваю, Крош. Здесь кубик, здесь потом такой карандашик. Ага, игрушка мягкая. Мишка, кровать, там стульчик. Кубик такая компактная, да? А ну отойди чуть-чуть дальше, посмотрим. Да, действительно, это яркая Энит и депрессивная, грустная Wednesday, кстати, да? Смотрите, отсюда вот тоже можно пройти. О, прикольно. У меня для тебя, Ариночка, сюрприз такой. Вот, как бы я тоже сделал комнату Wednesday в своем, да, в своем стайл, да. Как я вижу, короче, она прямо там. Иди, смотри, вот, вот, смотри, слева комната Wednesday, а вот справа Инит. Только, пожалуйста, медленнее, чтобы ребята все увидели. Ой, какой маленький! Наши подписчики, да. Черный тюдик! Подписчики все рассмотрели. Тебя красивее, чем у меня получилось. Ну что, тоже, ой, как бы, у тебя тоже красиво. Ой, Хьюберт в потолке. Ха, это для того, чтобы было уж совсем страшно. И, естественно, то, что она пьет, это черная вода. То есть, как вот бы, да, мы ее как раз-то и выпьем. Ага, отлично. А то чуть-чуть помедленнее, Аринка, чтобы рассмотреть. Слишком диванчик. Быстро двигаешься, я сам не успеваю. Диванчик. Да, а вот смотри, у Инит. А ну просто останови камеру. Вот смотрите, у нее здесь растения, все разного цвета. Естественно, красный, розовый, желтый, все яркие цвета. Вот такой вот ночнички. Вот. Все ярко, весело, с такое с настроением. И стол на столе, смотри, что там у нас на столе. Кубик-рубик тоже яркий, красочный. Все, Крош, а ну отходи, посмотрим, как снаружи смотрится комната Wednesday. Слишком быстро, Крош, я не успеваю, я ничего не успеваю. Я думаю, ребята тоже не успевают посмотреть. Крош. Нет, папа, это такой стиль. Крош, давай посмотрим сверху, как смотрится эта комната Wednesday и Инит. Давайте. Прых. Воу, прикольно, да? Да. Так, а Wednesday, Wednesday как, давай? Так. Вот так. А вот к ней уже забраться сложно. Так, прыжок, и вот на Wednesday. Воу, действительно, у Wednesday все такое печальное, мрачное, Уинит, такое свежее, красочное, ну как бы так все получилось. А с вами был Крошик The Game, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, всем пока-пока, и мы новые видосики, ставьте лайкосики, пока!